Мой мальчик. Давай, быстро домой. Быстро, быстро. Вот и наш клиент пожаловал. Салам алейкум. Салам алейкум, уважаемый. Хитмат хан. Он. Хана брать живым, остальных в расход. Ну что смотришь? Иди домой. Ты гонялся за мной 2 года, но так и не смог поймать. Ты плохой охотник. Смотри, я сам пришел к тебе. Теперь ты моя добыча. Подожди. Успеем еще. Ну, читай. Открой, Витик, а. Руй ту боску. Ты не думай, я не какой-нибудь. Факернаку, ман. Видишь, что, я и посерьезно. Максада джедидарам, парванадара. Это ничего, что там тебе тяжело было. Хамсарека себе. Ты по характеру подходишь. Характерок ту, мама, не насыпи больше. Я ведь посвататься могу. Занан ты с дуздаром. Мне мама хорошая, добрая. Ман млада. И все уважают. Хупланик дарам. Откройте личико. Отставить. Наши колонны русских разбили. А там будка с кино была. Теперь каждый вечер смотрят. Интересное кино про нашу жизнь. Там 2 русских у хана гарем отбили. А он за ними охотится. Сейчас одного, наверное, зарежет. Ладно, хватит про это. Лучше скажи, что с грузом? Груз готов. Большой Боб торопится.
Амина. Это я. Что это? От кого? От дяди? От Джафара. От Джафара? Амина! Джафар, сам не приходи и ничего не приноси. Наших людей, которые будут следить за грузом на всем пути. Кладите аккуратнее. Не уроните. Осторожнее, ослы. Мешки с изюмом должны быть с краю. Это очень ценный груз. У нас все готово, Хитматхан. Остались только верблюды. Вижу контейнер с мешками. Много мешков. Духов силами дороты. Ну что, бомбим? Погоди, Сапсан. У меня вводная. Никаких действий не предпринимать. Срочный возврат на базу. Понял. Бриттон. Кортес что-то затевает против Большого Боба. Это может сорвать нам операцию. Мы присмотрим за ним, сэр. Срочно из Картахены. Сукин сын. Перес исчез. Андерсон. Да, сэр. Вы понимаете, что это значит? Да, сэр. Сэр, возможно, он находится... Мы найдем его, сэр. Смотри, Джейн, как Бриттон карьеру делает. Бриттон, я могу дать тебе своих людей. Нет, спасибо. Мне нужны люди с мозгами. Здравствуйте, уважаемый Хитмахан. Здравствуйте, Дон Перес. Садитесь. Сеньор Кортес шлет вам подарок. Знак любви и уважения. Передайте сеньору Кортесу, что я принимаю его драгоценный подарок. Кортесу стало известно про ваш груз. У Кортеса большие связи в мире. Он знает обо всем. Колумбия – богатая страна, а мы здесь бедные. Мы тоже очень хотим стать богатыми. Поэтому и собрали 11 тонн героина. От такого количества цены резко упадут. Что вы предлагаете? Кортес готов перекупить ваш груз. Я подумаю. Что за человек, я не понимаю. Я еду сюда за 1000 миль. Предлагаю выгодную сделку. А он... Я не виноват. Ты хорошо знаешь Хитматхана. Скажи, долго он будет думать? Он не будет думать. Что? Подумаю, это значит нет. Иди отсюда. Перес, мы можем договориться. Я здесь все знаю. Я помогу тебе забрать груз. А ты поможешь мне. Я хочу убрать Хитматхана. Я хочу забрать его завод. Что? Забрать его бизнес. Шутишь? Я буду продавать порошок только вам. Что? Все очень просто. Я буду сопровождать груз и помогу вам. Ладно.
Ладно. Пожалуйста, садитесь, господа. Наша задача – отследить всю цепь наркотрафика от Северного Афганистана до конечного пункта США. Правильно. И, наконец, взять Большого Боба с поличным. Джеймс, всю информацию докладывать немедленно. Черт возьми, своей перестройкой русские запутали весь мир. Бриттон, вы назначаетесь старшим и отвечаете за операцию с нашей стороны. Имейте в виду, это первая совместная работа с русскими. Соседи уже докладывают. Пора и нам начинать работу. Нужно сработать безупречно, ну как в последний раз. Но перед тем, как меня выперли... Из таможни тебя выперла водка или юбка. Выбирай на вкус. Да как на нашей границе выдержать? Вот ты, например, выдержал. Выдержу. Но... Морально устойчив. Хотя физически здоров. Но я рад, что ты вернулся. Знаешь, на каком уровне согласовывали тебя? КГБ. Бери выше. Служу Отечеству. Служи Отечеству, но отвечать будешь передо мной лично. Помнишь, как у нас говорили? Головой. Сработаем хорошо, премию дам, и все взыскания с тебя будут сняты. Да ты орден лучше дай, за него пенсия больше. Ты же знаешь, таможенникам ордена не дают. А если случается, все больше тем, кто возле начальства трется. А ты... Ты ведь, как я помню, все на передовой. Извини. Я хочу отправить груз через 2 дня. Нет, ты его завтра отправишь. Потому что русская вертушка груз засекла. Сколько у нас сейчас есть? Около 12 тонн. Точнее, 11,5. Самый лучший героин, 3 девятки. Ну как, Мирзо? В этом году у нас отличный урожай. Да? Слава Аллаху, уважаемый Хикматхан. Американцы подарили нам завод, чтобы шурави ума лишить. Они помогают нам, а мы им. Пока нам это удается. Какой голос? Ангелы так не поют, как поет моя Амина. Оперу ей куплю. Венскую. Мирза, с таможней договорился? Проблем не будет? Со всеми договорился, уважаемый Хикматхан. На станциях, в порту, везде будут наши люди. Ни один грамм не пропадет. Вы уже решили, кого пошлете с нашим драгоценным грузом, уважаемый Хикматхан? Джафара? Али. Он же неверный, враг. Как можно ему доверять? Я знаю, как сделать его верным. Я враг. Нашел твое уязвимое место. А это твоя могила. Лежишь рядом со своим отцом. Жена твоя. Сыном. Жена и сын капитана Ветрова пока не знают, что он продал родину и семью за жизнь в плену. А это геройски погибший капитан Ветров среди элиты наркобизнеса. Кстати, такая же фотография имеется у твоего бывшего руководства. И они знают, что ты еще в 82-м году отправил первую партию героина в своем цинковом гробу. Повезешь, а
11 тонн лучшего в мире афганского изюма в Ленинград. Портос сдашь на американский сухогруз. Твой паспорт. Предупреждаю, при малейшей попытке будешь родственников получать по частям. Начну с сына. Отправляешься завтра. Иди. Где ты нашел этих героев? Я химик-технолог. Я в людях плохо разбираюсь. Ты во всем плохо разбираешься. Теперь в Союз надо ехать. В Союзе будет труднее трейлер найти. Ничего. Придумаем что-нибудь. Главное, чтобы груз не попал к Большому Бобу. Что за товар в контейнере? Изюм. Кишмиш. Что ж я матери-то его скажу, а? Капитан. Так и скажи, Петрович. Погиб при исполнении интернационального долга. Чем можете объяснить нападение? Думали, ценный груз. Хорошо по-русски говоришь. Учился в Ленинграде.
Верблюды что, ценные? Очень. Значит, ленинградский зоопарк. Детишкам. Спасибо. Шуруденко, Шуруденко. Ну что там у тебя? Все по плану идет? Да. Верблюды на месте? Да. И сопровождающий тоже. Не пойму, товарищ полковник, чем вызвано столь пристальное внимание вашего ведомства к двум несчастным верблюдам и изюм. Очень ценных верблюдов этот афганец детям везет. Только это уже не в вашей компетенции. Вам ясно? Так точно. Чего мне твои бумажки на ходу читать? Пойдем со мной. Документы еще есть? Да. Сопровождающего увели? Да, увели. Хорошо. Едем в Афганский. Ну что тут у нас? Киш-миш, три девятки, мать их. Давай шприц. Пожалуйста. Отдай. Пробу отправляйте в Москву. Хорошо. Вот здесь подпись. И цепляйте пушку. Михаил Юрьевич, я машинист. Можно просто, Юрьевич? А это Леха, мой племянник. Можно просто? Леха. Дмитрий Саныч, можно просто? Саныч. Дай два фонаря. Один отдай соседу, ладно? А кто сосед? Да афганец. Он этих верблюдов везет. Алия. Во-во. По-русски понимает? Да что ты лопочет? А где он сейчас? Да пошел на таможню, паразит, до сих пор нет, ну. Верблюдов оформляет. А нам ехать надо, елки-палки. Да Ленинград же далеко, правда, Леха? Далеко. Первый раз едет, ну. Короче. Приходи. Зайду. Давай. Хитнатхан. Здравствуй, Митхун. Сайдулла докладывает, у нашего Али сосед объявился. Кто такой? Какой-то реставратор с пушкой едет. С пушкой? Она у него стреляет? Не успел пока узнать. Что делать-то? Передай Сайдулло. Соседа пока не трогать. Пусть присмотрится. Хорошо. Да, и узнай. Как там большой Боб? Все сделаю, уважаемый.
шоссе. Ну, как хочешь. Твои верблюды! А? Они не плюются? Не, ну я почему спрашиваю? У меня же музейный экспонат. Пушка? Да. Раритет. Олегов! Дмитрий Саныч! Можно просто Саныч? Саныч! Ну ладно. Вместе ехать веселей. Снимки со спутника показывают, что вагон с грузом следует в составе по графику. Учти, Джейн, движение на русских железных дорогах так же непредсказуемо, как и загадочная русская душа. Будь внимательней. А что докладывают русские? У них, как всегда, все в порядке. Пломба на месте, груз в сохранности. Поставка идет в соответствии с планом мероприятий. Как вы думаете, когда груз должен быть в Ленинграде? По нашим подсчетам, через неделю. Ваши люди готовы? Да, сэр. Кстати, чья это была идея с пушкой? Русского таможенника. Ребята, видно, любят пошутить. И у них это, как всегда, получилось. Понятно. Тебя зовут? Чигуфти. Что сказал? Александр. Александр. Али. Эсмема. Меня зовут Амина. Амина, ты где? Амина. Понятно.
Сегодня нас ждет горячий прием. По их обычаям будет много водки. Я не люблю водку. Придется пить. Отказ вас примут как оскорбление. Но зато завтра я смогу договориться с Саидом об оружии и людях. Welcome to USSR. Али, подъем! Как спалось? Я на станцию. Шоколадку купить. Че орешь? Он за водой пошел. Куда? Если тебе на станцию, тогда быстрее. Через 10 минут уходим. Лёха! Инвентарный номер. 2, 7, 8, 9, 9, 9. Сколько у тебя? 3 с копейками, а у тебя? Почти 5. Говорил, я не надо было с ними ехать. А ты студенты, археологи. Ай, сбила меня с панталыку. Ну откуда мне было знать? Они разные истории рассказывали. Хочешь, вернемся? Решили, значит, едем. Ты что, хочешь все лето дома проторчать? Ну, Иванище, смотри, да тут верблюды. Пломбы на месте. Груз сохранности. Все по плану. Интересно. Прикинемся. Я тебя со студентами слушала, а теперь ты меня слушай. Залезай. Ты к Петровичу ходил? Дядька, привез. Лёха, быстрее! Саныч! Какой тебе Саныч? Дмитрий Александрович! Едем? Да иду я! Дяденька, не выбрасывайте нас, пожалуйста, дяденька. Какой тебе дяденька? Мальчик нецелованный. Мы только до нас когда едем. Быстро с платформы, военный объект. Денег нету, дяденька, пожалуйста, не выбрасывайте. Быстро! Нас. Быстро! Надо, пожалуйста. Дяденька, быстро! Дяденька, прыгай! Не надо, дяденька, пожалуйста. Не выбрасывай, дяденька, я же где груз. Люди Саида готовы. Можем брать. Знаешь, какой я реставратор? Знаешь, да я со своей пушкой тюрбент возьму. Хотите, покажу? О, пойдем сейчас. Встанем и покажу. Вот, вот, выпьем сначала. Я покажу пушку. Зачем их привел? Пойдем. Слушай, Али, ты что за человек, а? Пить не пьешь. Ну, едем вместе, надо жить. Жить надо. Вот мало мы вас в Афгане пили.
Мало. Если бы не мы, так вы друг другу глотки перегрызли. Надо было вас всех просто с землей сравнять. Чего не звонишь? Чего не звонишь? Мне легко. Фу, гадость какая. Хорош. Девчонки, пойдем ко мне в карты играть. Ну что, где спать будем? Здесь или там? Здесь воняет. Я здесь останусь. Ты что, обалдела? Цурюков. Ну и что, у него глаза добрые, вообще он нормальный. Ага, у археологов тоже глаза были грустные и добрые. Ну, Вераночка, пожалуйста, я здесь останусь. Ну ладно, если что, знаешь, куда бить. А так зови сразу. Я рядом. Честному. Давай, скидывай платье. Во, понял. Я не такая. Я сам не такой, уговор дороже денег. Скидывай, скидывай. Давай, 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 давай. Да я не смотрю я. Сюда. Ты до нее дотронулся? Голову оторву. А ты? Я просто в бешенстве. Дядюшка, прости его. Иди, иди домой. Быстро. Домой. Минут стоим. Арась, 15 минут стоянка. Не реставратор, я его корочку видела. А кто он? Доброе утро. Спасибо, счастливо доехать. Пошли, пошли. Пошли быстрее. Пока. Вероточка. Давай быстрее. Ваша машина? Да. Дочурчик, рубль 50, поехали. Да, девчата. А сколько? Нет, 10 рублей. 10 рублей? Девочка, да. Никаких 10 рублей, только 50. Ну, дяденька, ну, посмотрите, мы к маме с бабой едем. Пожалуйста, пожалуйста, да, дяденька. Да, ну, да иду я. Рубль 50. Мы к маме. Проем. 7 рублей. А, да. Я кому говорю, урю? Подожди. Олег.
Али, этот талисман подарила мне мама. Он сбережет тебя. Балагоиль Поповка. Стихи знаешь? Балагоиль Поповка. А с платформы говорят, это город Ленинград. Ну что, дерьмо убрал? Пора завтракать. А? Отец, где водички набрать, не подскажешь? Меня так просто с поезда не выбросишь, понял, да? Понял, да?
Я даже не заметил, как ты отцепился, Дмитрий Александрович. Перес пытались украсть груз. Зафар? Мой человек их видел. Грязные собаки. Убей их. А что, сосед? Он помог Али отбиться. Они теперь вроде как приятели. Ладно, тогда пусть едет. У тебя, видать, изюм, Али. Если бы смочи ради него целый состав, Мали. Ошиблись они. Ты поэтому меня с поезда сбросил? Чего ты хочешь? А кто тебе вагон спас? Дядя! А кто тебя просил? Бакшиш хочу. Выбора у тебя, Али, нет. Есть. Будешь мне мешать, убью. Сэр, вот последние данные по контролируемой поставке. Это очень интересно. Хорошо. Все наши попытки сотрудничества с русскими до сих пор были неудачными. Принеси мне план. Главное, чтобы груз дошел до порта. Увидимся в назначенном месте. По местам, быстро! Это ты, что ли, реставратор? Тебя там к телефону зовут. Что-то срочное, по-моему. Как зайдешь направо? Направо? Заводи, уходим. Прислал Бог пассажиров.
Мать на пол! Царапина, а кровище, ведро накрыть стало. Какие-то облезлые они у вас. Вот здесь. А машина моя пришла? Да, вон там. Ну что, Дмитрий Александрович, попадет тебе за пушку? Да мне не привыкать. Дай бог свидетеля. Урюк. Хорошая новость, Хитмахан. Груз дошел до моря. А раз так, можешь отправлять Амину. Эй, Бача, так ты, оказывается, Ветров, а не Али. Ветров! Ветров! Вероника, Егор, Тамара, Роман, Ольга, Вера, Ветров, да! Пробивайте, я жду. Давай,
Саш, домой пора. Нет. Саш, ну иди домой, давай. Ой, папа, смотри, Саш, папа. Сашка, здорово! Ну-ка, поцелуй папу. Меня. Так, Саша, орел. Здорово, Семёныч! И подслышно красиво. Как наш? Хорошо. Хорошо. Так, идем обедать. Финал. Ты ж предатель, сволочь, ты и изменник. Тебя судить надо. Кости мои судить будешь. Сдох я 5 лет назад. Я договорился с помощником капитана. Он возьмет тебя. Хитматхан все знает. Его люди ищут меня. Присматривай за грузом, все будет в порядке. Я за своих ребят отвечаю. Когда ты улетаешь? Сегодня. В Нью-Йорке буду завтра вечером. А связь? Вот мои координаты. Разберешься. Привет. Привет. Это мой друг, я вам о нем говорил. Деньги с собой? Да, вот. Ну, пойдемте. Только не здесь. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся в Нью-Йорке. У вас как с морской болезнью? Все в порядке? Это ваш корабль? Да, вот так. Хитматхан сказал, ты свободен, Али. До свидания. До свидания. Спасибо. Извините, пожалуйста. Всего доброго. Проходите. Спасибо. Извините. До свидания. Али. Ленинград. Как здесь хорошо. Это твой город, Али. Это мой дом. А теперь я должен уехать отсюда навсегда. Али, мы уедем вместе. Куда мы уедем? Пропадешь ты со мной. Сама потом жалеть будешь. Уходим!
люди! КГБ! Ты под контролем! Товарищ полковник, я его преследую. Тебя задержат, как наркоторговца и предателя. Амина! Депортируют, как иностранную подданную. Что делать будем, майор? Есть план. Они уходят по одному. Выходим из машины. Да, сюда. Ваши документы. Кто с вами в машине? Эти со мной. Ну, проезжайте. Спасибо. Они ждут вас там. Мэтт! Hello, мистер Валегов. Привет, мистер Валегов. Как дела? Отлично, спасибо. Господин майор, вы же знаете, как я вас уважаю, но это невозможно. Дело твое еще не закрыто. Я тебе помог. Хочешь сидеть в русской тюрьме? Мэтт, мне нужна минута. Отправишь куда-нибудь Вахтинова, мы успеем. Окей. Допустим, но таможенный контроль... И пограничный... Это твои проблемы. Найдешь им место. Выйдешь в море. Они объявят о политическом убежище. Понял? Главное выйти из порта. Окей. Договорились. Дигел! Судно отходит завтра из Ленинградского порта. Так что мы свою часть отработали, но операция продолжается. Дмитрий Александрович, согласно договоренности, вы сопровождаете груз до Нью-Йорка. Однако будьте осторожны. Возникли новые обстоятельства. Какие еще обстоятельства? Похоже, этого наркокурьера Али наши коллеги упустили. Где он находится в настоящий момент, неизвестно. Упустили или отпустили? Понимаешь, у тебя баба. Баба. Баба, дама. Баба. А у меня туз. Мейн картин дурак. Дурак? Да. Ты дурак. Дурак. Да. Дурак. Круглый дурак. Дурак. Без уколов. Мигель. Кто этот парень? Junior motorist. Помощник моториста. And I am... Он русский, дурак. А я дурак. Ну? Братья по разуму. Кто еще у нас сыграет дурака? No, sir. Нет желающих, а зря.
Ты можешь мне помочь? Мне нужна рация на 5 минут. Вот частоты. Сэр, мы перехватили сообщение сухогруза. Перес собирается брать груз на подходе к Нью-Йоркскому порту. Хорошо. Финчер, готовьте спецназ. Переса надо брать тихо. Завтра я жду ваше предложение. Брит, после операции наш генерал уходит в отставку. Ты метишь на его место? А это не твое дело. За операцию отвечаю я, и ты должен исполнять мои приказания. Ваш кофе, сэр. Спасибо. Отлично выглядишь, Мишель. Спасибо, сэр. Мистер Али. Мистер Али, ваш друг ждет вас на палубе с девушкой. Как тебя Америка приняла? Да как-то приняли. Как беженцев. Квартиру вот обещают. Паспорта. Благодаря уникальной операции таможенных служб СССР и США был ликвидирован крупный наркотрафик из Северного Афганистана в Америку. В ходе операции арестован Боб Фостер, известный по кличке Большой Боб. Среди задержанных и Перес Альенда, правая рука одного из главарей колумбийского наркокартеля Кортеса. В руки наших спецслужб попали 1,5 тонны самого дорогого героина 3/9. Как 1,5? Где остальные? Не надо. В смысле? Ну, пора. А то вопросов много лишних задавать стал. Слушай, Дмитрий Александрович, ты же вроде как нам помог. Ну? Неприятности будут? Будут. Так оставайся. Не могу. Да мне не привыкать. Давай. Урюк. Сам дурак. Ну? Спасибо, Дмитрий Александрович.